Прикольно. Да, вот, на чем мы остановились, что если мы хотим в случае one-to-many, к примеру, чтобы customer, точнее, адрес был напрямую, ну, как бы была ссылка у customer на адрес, но у нас не было таблички адрес, да, Hibernate не создавал табличку адрес. Ну, и там есть возможность, то есть это у нас будет не entity, а embeddable, по-моему. Embeddable. Да. Embeddable, тогда нам не надо ID-шки, не надо, просто будет street. Не надо вот эти связи. Вот, будет там street, еще какая-то штука, да, там, не знаю, building, да. Не знаю. Короче, пускай street будет пока. Вот. А в кастомере у нас не будет связи one-to-one, а у нас будет. Мы скажем, что это embedded объект. Вот. И таким образом мы. Как бы у нас была нормализированная база, да, помните, у нас было две таблички, customer и адрес, нормализированная. Таким образом, когда мы аннотировали адрес, мы убрали one-to-one связь, да, и аннотировали embeddable и embedded, да, вот, таким образом мы и денормализировали ее, вот, и связь, да, и у нас, получается, будет одна табличка customer, в которой будут поля еще дополнительные, street. Ну, то есть нам, допустим, в базе мы хотим хранить это все в одной табличке, а в коде мы не хотим, да, мы хотим, чтобы это было как бы отдельный класс, да, отдельный объект. Вот, как-то так. Ладно, давайте тогда перейдем к... Что там у нас еще? Transaction, да. Transaction. Сейчас я откачу тут все. Не тут. Это мне. Так, сейчас я обратно верну. Так, хорошо. Transaction. Вы ООП, АОП прошли, да, только перед этой лекцией, да, у нас было ООП. Или что другое было? АОП. АОП. Супер. Супер. Хорошо. АОП, АОП. Так, у нас есть, предположим, что у нас есть item, да, у нас есть репозиторий. И у нас есть Series A и Series B. Так. Хорошо. Так, аннотация transactional есть такая, да, у нас. Transactional. В принципе, да, она делает... Что она делает? Она берет, точнее, что Spring делает? Spring, вот, используя вот это AOP, да, смотрит, какие у нас методы аннотированы или там классы, да, там и можно там и на классе тоже сделать, на типе. Вот, а какие у нас, что у нас аннотировано аннотация transaction? Смотрит и создает вокруг этого класса прокси, да, и вокруг этого метода, да, он, то, что мы уже видели, да, там, injected entity manager, допустим, какой-то, или там transactional manager, и стартует транзакцию в начале метода и заканчивает ее в конце метода. Вот, все, что делает этот transactional. Какие могут быть нюансы с этим transactional, что если вы, ну, так как это, да, ООП, и создается прокси, то если мы хотим аннотировать, там, замьютесь, пожалуйста, там кто не заметился. Вот, private, да, и мы хотим приватный метод, не знаю, тест. Хотим аннотировать transactional, да, ну, и
Это не будет работать, да, потому что у нас этот метод private, а AOP работает только для публичных методов, да, для интерфейса, да, класса. Вот. Публичная API. И также, даже если это будет public, то когда мы захотим его использовать, вызвать в другом public методе, то можно считать, что это транзакшн ориентации нету. То есть никакого эффекта не будет. Почему? Потому что тест мы так назвали, вызвали тест, там вообще делается this, да? Тест. Мы этого this просто не видим. Вот. И так как делается this, this это указывает нам на target, то есть не на прокси. Мы получаем, указывая this, мы получаем не прокси, да, а мы получаем target. То есть изначально класс, который был создан. И у таргета нету дополнительной функциональности, которая добавляет аннотация transaction. Вот. И таким образом у нас ничего не получится. То есть это будет как одна транзакция. То есть если, допустим, это, на этот транзакшн будет какая-то такая-то другая конфигурация, да, если мы там, не знаю, поставим isolation label, да, какой-то другой, к примеру, да, то в случае, когда мы вызовем этот тест, метод в другом методе, который тоже аннотирован транзакшн, никакого эффекта не будет. Ну или даже, допустим, это может быть не аннотирован транзакшн. Вот, никакого эффекта не будет. Это то, что надо понимать, знать, ну, это, по сути, больше про AOP, а не про конкретно эту аннотацию. Вот. Тоже будет, тоже, ну, это правда, типа, в принципе, и true, и для кэшбл какой-то аннотации, какой-то другой. Вот. Так, транзакции. Транзакшн, у нее есть куча проприетей. Вот. Важно, это что вот мы можем указать isolation, да. Тоже есть, посмотрим на типы изоляции. У нас левелы, да, изоляции есть written committed. Ну, то, что можно, в принципе, почитать, увидеть на особенности этих изоляций на Википедии, да. Вот. Ну, самое сильное это serializable, и она по умолчанию стоит. Вот, дефолт. Так, дальше что у нас еще есть в этой аннотации? У нас есть, мы можем указать, когда нам не rollbackить, да, транзакцию, когда кидается exception, и мы не хотим rollback сделать. Propagation, тоже важная штука. Propagation говорит нам, да, по умолчанию это required. То есть это значит, что как только мы зашли в этот метод, у нас тут стартует, да, тут начинается begin transaction, тут end. Да. Вот что это значит. Вот. Так. Да, begin, end. Если же нам, вот как я в примере, да, хотел это показать, если же нам нужно, ну, вдруг захотелось иметь отдельную транзакцию, которая, допустим, не откатится, когда у нас есть, ну, да, произошел какой-то error, exception, вот, если мы хотим, чтобы вот, допустим, в этом случае item 1 и item 3, они откатились, не сохранились, или item 1 не сохранился, а item 2 сохранился. Да, что мы в таком случае будем делать? Нам надо использовать propagation property. Propagation, и то есть много видов, много вариантов. По умолчанию это required, мы анонсируем required. И также у нас метод b тоже анонсируем transactional. Но мы хотим тут новую транзакцию открыть. Что мы сделаем? Если мы хотим новую транзакцию открыть, мы тоже используем
property propagation, и тип у нас будет requires new, точнее. Вот, это значит, что как будет execution происходить. Вот, transaction 1 будет... так, заметьтесь, пожалуйста. Кто не заметился? Так. Бляха. Yeah. Все. Все. Так. Слышно меня, да? Алло. Чуть-чуть. Да. Окей. Вот. Transaction 1, да, это вот нас, мы метод А зашли, у нас начался transaction, открылся transaction 1. Так, мы save 1, save item 1 сделали. А потом у нас началась транзакция 2. 2. И в транзакции 2 у нас save item 2 будет. Вот. Save item 2. Ну и что потом? А, потом у нас опять save item 3. И да, тут у нас, я забыл закрыть транзакцию. Тут у нас end, да, tr2. И тут у нас end tr3. Tr3. Ой, один. Вот такая схемка у нас будет. Вот, это значит, что если у нас где-то тут будет ошибочка, error, да, то у нас откатится главная транзакция, да, вот это откатится, а типа detached, да, которая вот будет отдельная транзакция, она не откатится. Вот. В принципе, такие пироги. Что еще? Read-only. Есть такая аннотация, параметр в аннотации, поле. Оно, по сути, как бы оптимизирует select запросы, да. В случае, если там сначала сохранить, потом получить что-то, и вот оно... Не сохранить, это, да, это чисто read-only, это... at runtime, да. Ну, то есть оно может добавлять какую-то оптимизацию для select запросов, может не добавлять. Тут уже зависит от базы и от этого провайдера, вот. То есть это чисто спринговская тема. И что у нас есть? Timeout, Transaction Manager. Все, в принципе, по транзакшену все, в принципе. Есть какие-то вопросы? Может, появились. Окей. Хорошо. В принципе, у меня все по транзакшену, все, что хотел сказать, рассказал. Наверное, все. Хорошо, тогда, если нет вопросов, можем заканчивать. Вы будете запись с Патарином, вообще, с чем-нибудь там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я скидывал. Да, вот запись. Еще не скидывали, да? Нет. Окей, тогда я напишу, чтобы залили их и скинули. Напишу. Да. И, ну, и запись этого, да, тоже, тогда сразу. Я просто скидывал, точнее, чтобы залили на YouTube, но что-то, видимо, пошло не то, не так. Ладно, тогда по домашке, домашку я еще напишу тогда в чат. Вот, в принципе, еще не все по GDPC, да, там сделали по GPA. Поэтому
Еще есть время, да, у меня. Вот я потом придумаю домашку какую-то и вам напишу сегодня. Вот. Хорошо. Тогда. А цей проект скинеш нам, щоб Вот это, да? попробувати. Так, Да. Поіграйтесь, да, щоб зависимість. пощупати руками, да. Да. Поіграйтесь з зависимостями, да. Окей. Квантомені, да. Ну, это вот это то, что я сказал, это основное, да, вот, от эти one-to-many, вот, в принципе, наследование я очень редко встречал на практике, наследование, вот, поэтому и не рассматриваем его, ну, и, в принципе, время, да, ограничено. Ладно, хорошо, тогда договорились, скину вам домашку сегодня и этот проект скину, и насчет записи тоже уточню сейчас. Все. Окей, Всем да. папа, хорошего. Дякую, хорошого дня. Дякую. Взаимно. Дякую. Взаимно. Счастливо. Пока. Пока. Да.